Только что родилась бабочка. Вот такая она мокрая и сморщенная. Буквально 10 секунд назад. Шло 3 минуты. Бабочка почти распрямилась. Но еще влажная. Крылышки влажные-влажные. Смотрите, какие крылышки влажные. Прошло 15 минут. Бабочка еще влажная, но уже все видно, какая она красавица. Смотрите, она еще влажненькая, но очень уже красивая. А наша красавица, за которой сегодня мы весь день наблюдали с вами. Она еще немного обсохнет и скоро будет летать, будет порхать.